Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию нашей Rocket League, то есть машиночки в футболе. Честное слово, ребята, я не знаю, давайте попробуем, наверное, против игроков поиграть, если это, конечно, возможно. Так, это сервисы онлайн. Да. Как я понял, серверы выключены. Да, пишет trying to find best match. Не, ребята, вряд ли я смогу зайти, потому что... А хотя, waiting for two... Вроде включили серверы. Или нет, или мне просто-напросто кажется. Еще не хватает одного игрока. Ребята, как видите, я уже немного обтюнил свою машиночку. Точнее, взял новую машиночку. Не, ребята. Пишет, что нету... Нету вроде серверов. Смотрите. У нас была вот эта машиночка в предыдущей серии. Вот это. Вот это. А сейчас есть вот это. Если я ту машину считал Бэтмобилем, то это вообще нафиг жесть. Опа, новая шапочка. Тут еще и шапки на машины можно одевать. Пожарника, да? Ну давайте еще раз попробуем. Но мне почему-то кажется, что... А, не ранкет, я не хочу ранкет, я хочу обычную. Давайте еще раз попробуем, но мне пишет, что там серверы выключены. Вот я прям офигенное время нашел для того, чтобы... А, нет, все работает, работает. Сразу же вторая серия, сразу же против игроков. Ребята, я всру, потому что в каждой конченной игре с мультиплеером я всираю. Всираю по полной, ребята. Мне почему-то всегда нубы конченые попадаются, как обычно. В принципе, как всем вам в той же доте, в той же кэске, всех остальных играх. А в другой команде всегда нафиг про игроки. Ну что, Эдисон сможет затащить или не сможет? Вряд ли он сможет затащить. Вряд ли я смогу затащить, если я против ботов не всегда могу затащить, если честно. Но я буду стараться, ребят. Это же сразу же первый... Да не в свои ворота, дебил! Вот я дебил, да. Ребята, я в свои ворота гол забил. А, нет, не я. Этот конченый дебил свои ворота гол забил. Хоть и мяч шел в ворота, уже прям полчаса, нахрен мяч шел в ворота, но никто с этих кривожопых глазастиков не смог его отбить. Оконченный Иван, да, Иван 9-1 там 7, который полчаса кружлял по полю и не смог нафиг попасть толком по мячу. Спустя полчаса он вернулся на место и все же как-то своими криворукими пальчиками все же смог его затаскать. Хоть это... Да куда я нахрен ударил? Хоть это и реально было сложно. Я опять свои ворота ударил. Ребята, я какой-то нубасина, честное слово. Но вы видите, тут нету про, потому что, ну, реально тут немного сложновато, я согласен. О, тут... Как будто, знаете, это всегда как будто против тебя подстроено. Хоть ты там, не знаю, на какой скорости идешь, хоть ты, не знаю, как бьешь, каким боком, каким подскоком ты бьешь по этому мячу. Но всегда такое ощущение, что весь мир в этой игре против тебя подстроен. Что ты бьешь куда тебе нужно, но всегда почему-то попадаешь, я не знаю, то ли мяч высоко идет всегда, то ли мяч низко всегда идет, то ли мяч... Я не знаю, то ли мяч всегда в бок от тебя идет, то ли еще что-то, но никогда он не пойдет так, чтобы ты смог его спокойно ударить. Никогда, ребята. Сейчас я ударил, да, сейчас я согласен, но когда сейчас дойдет до того, чтобы забить гол, я не смогу его ударить. Вашу мать, еще наши криворукие тиммейты, как вы видите, тоже не могут ничего толком сделать. А я всегда вот сейчас на воротах стою. Ух ты, прям вот это я круто выбил его. Вот это его круто как подальше выбил. Нависните, пожалуйста, нависните. Нависните, чуваки, не в наши ворота. Не в наши ворота, в их не ворота. А смотрите, а наш чувак у них на воротах стоит. Смотрите, что наш чувак дебил там делает. И как с такими тиммейтами играть, если даже... Что?
Что ты, мать твою, конченый идиот, делаешь у них на воротах? Вашу мать, ты должен наши ворота защищать, а не у них вставать и отбивать. Ну, что это за жопастый мудак? Ну, честно, ребята, просто это меня так бесит. Вы еще не слышали, как я бомблю нахрен в этой конченой CSGO, когда я 35 игр подряд проиграю? Давай, давай, еще один гол, пожалуйста, еще один гол. А наш дебил, пожалуйста, иди к ним на воротам, нахрена ты к нам пришел, конченый ты дебил? Иди к ним, там же лучше защита, вашу мать. Посмотри, он афикашит, он афикашит. Он стоит, ему похрен, ну там ссать пошел, мама его кушать позвала. Ну какие нахрен голы забивать? Если мама его там пирожки напекла и позвала его кушать, дитя проголодалась нахрен. Какой в жопу гол, если я могу идти пожрать, да, или еще что-то. Они меня будут бить, они не будут голы эти забивать, они меня будут бить. Ух ты, да, один случайный гол, наверное, вот забил. А я хочу, сейчас мама тебя опять там позовет мусор вынести, или я не знаю там. Не, честное слово, я не знаю, что там еще. Ой. Ух ты, я прям почти гол забил в центре поля, ребят. Ну это такое, смотрите, на нашей половине мы все находимся. Этот Иван Петрович, нахрен, он хит-трик уже сделал, вашу мать, или что я как. Он хит-трик! Иваша, ты прям какой-то нахрен мастер спорта, не знаю, по всем видам спорта. Иваша тут прям тащит! В то время как наша команда поглатывает и стоит у враждебной команды на воротах. Посмотри, вот кривожопые нафиг. Они будут прыгать! Я стою в защите, ребята, потому что вы видите то, что дебилы. Вот, ну что они делают? Ну, ударь мяч уже. Дебил, наши ворота, дебил, нахрен. Не в наши ворота. Ух, я никогда в этой жизни не забью мяч. Я никогда гол не забью в этой жизни в этой игре, честное слово, никогда. Я никогда не забью конченый гол в этой жизни, никогда. Ладно, вот смотрите, ладно. То есть, ну, я собой толкнул его, вот смотри, я собой толкнул его, и он толкнул мяч и забил гол. Ну, ладно, то есть. Один гол, может, я забил, но за 35 секунд мы никак не сможем так. За 35 секунд мы никак не сможем не догнать. Что это за... Мяч стоял на середине, у нас было, кто его первый толкнет нахрен. Все разъехались по сторонам, а тут дебил просто-напросто... По Шурику поехал на центр и забил гол. Ну скажите, что вашу мать конченых криворуких дебилов в этой жизни нету. Ну как нету, если вот они нахрен на каждом шагу встречаются. Все поехали нахрен куда-то за покупками в Магадан нахрен хлеба бабушке купить. Ну нахрена они будут в центр за мячом ехать, если... Они также, наверное, все думают, что сейчас все мы туда... Никто туда, точнее, не поедет. Точнее, может кто-то поедет, а я не поеду, я поеду за ним. Ладно. Срали так срали, ребята, я хотя бы один гол забил. В жопу. Я не хочу реваншев, идите вы нахрен, криворукие жополизы. Не хочу я никаких реваншев. Что я выбил? Ну, какую-то новую фигнюшку. Я никак... Ребята, честное слово, я сейчас хоть 35 матчей сделаю, я никогда не... Я в онлайне никогда в жизни не могу выиграть... Не единственный матч. Ни в КСе. В Доту я не играл. Ни в Лоле. Ни вот сейчас в этом конченном Rocket League. Матч не takes up to... Никогда нахрен. Никогда я не могу выиграть. И сейчас же дебил поехал и стал на ихние ворота. И смотри, что мы там делаем.
Не бы чтобы хотя бы, ладно, на наши стать. Да ладно, может, ты там всосешь и ничего не сделаешь. Но хотя бы постой, у нас как мешок картошки, да, может, случайно мяч в тебя попадет, и ты его случайно отобьешь, да? Ну, хотя бы у нас на воротах постой, а не у них там. Я буду надеяться, что мне какой-то там, я не знаю, Криштиано Роналдо или там Месси попадется в команде, а у них там, не знаю, Шевченко там постарелый, да? Еще что самое главное, что они не могут подконнектиться, то есть это в моей команде один уже подконнектился, вот, нормально. Бумер. Там, как я вижу, там все уже про нафиг в этой игре. И, как всегда, именно в моей команде всегда все глотают как можно глубоко, да? Ух ты, нюхру. Чувак сразу затолкал их там поглубже. Чувак прям толканул им там как можно глубже. Круто, я рад. Да, ну это рано радоваться, как говорится, потому что сейчас они еще могут там заклепать 35 голов. Вот видите, как я прям крутотенечко пнул мяч. Да иди ты в пень! Да иди ты в пень! Хай меня толкай! Ударьте мяч, пожалуйста! Да не. Да хотя нормально. Я никогда нахрен даже в этот мяч никогда не попаду, потому что это жопа. Жопа? Да не в наши ворота, кусок! Посмотрите на эту кобылу. Я отбил мяч, он добил! Он, придурок, в ворота пнул мяч. Да. Не зря я сказал рано радоваться, потому что вы видите, что то, что нихрен радоваться в этой конченной игре, потому что ты еще сможешь проиграть счетом там, хоть у тебя там счет 35-0, ты еще и так сможешь проиграть, потому что это конченый Rocket League нафиг. Хоть ты там протащер, всякие нубы будут пихать мяч не в вражеские ворота, а в свои ворота. А ты че, охренел нахрен? Ну пни, чувак, я знаю, ты про, ты еще раз можешь им затолкать мяч. Пни им, пожалуйста, как можно сильнее. Да я никогда этот мяч не конченый, никогда его даже не зацеплю, чтобы ударить в ворота. Ну, смотри, все нахрен подстроено именно так, чтобы Эдисон не смог ни единственный мяч запихать. Честное слово, ребята, это прям шутка какая-то. Почему все так именно как-то подстроено, что я не могу... Смотрите, смотрите, чувак ударил со своих ворот. Кривожопый Эдисон мимо промчался, именно мчусь по прямой. Мяч передо мной. Я не чтобы его стукнуть, как я мчался по прямой. Я его так объехал. Как это нахрен вообще возможно? Не пнул его нормально, а объехал. Опа, сейчас. А, ну да, какая опа, вот жопа именно, потому что сейчас нам мяч затолкают. Да не в свои, вот, нормально, нормалёк. Да ты ударишь конченый этот мяч, как... Главное, чтобы я не в свои ворота его бил. Это самое главное. Дрифт. Ударь его, пожалуйста, чувак, ударь его как можно дальше, вбихню. Во, нормально. Нормально. Нормально, я тоже нормально пнул. Да твою мать! Нормально. Ну, тоже более-менее, не скажу, что прям круто, но... Так, идем за бустом. Ух ты, чувак, прям колбасит! Три гола запинал! Офигеть! Круто! Фух! Не говорю, что мы выиграем, потому что все может быть, ребята. Все может быть, как вы сами видите, то, что может мы выигрываем, но в последние минуты мы можем просто-напросто... Они могут нам натолкать там 5 мячей за пару секунд. Поэтому я лучше даже не буду говорить. Так.
Ух ты, гол! А что я тут делаю? Я просто наблюдаю, он нахрен... Все, вашу мать, промахнулись. Все, кто только мог, все промахнулись. Но я хотя бы, я не знаю, не скажу, что я вперед выбил, я больше назад выбил. Вот сейчас вперед, и даже очень круто. Почти, как я затолкал, прямо почти. Это все, ребята, это все спланировано. Не смотрите так на меня. Я специально объехал, чтобы мяч спокойненько закатился в ворота. Вот смотрите, я прям, опа, проехался, мол, чувак, я тебя пропускал. И мяч так, уп, закатился прям круто. Круто, круто, ребята, круто. 4-1. Вот сейчас они всасывают. Они мы всасываем. Давайте, давайте, давайте. Чуваки, еще минута осталась. Пожалуйста, не нужно всирать боль. Всирать больше не надо, пожалуйста. Почему? Ух ты, ни хрена себе! Это бы был самый, наверное, красивый гол, который бы я... И это был бы, наверное, самый красивый гол, который бы я только когда бы то-либо видел. Если бы он получился у меня. Ножничками, да, вот так назад. Я опять свои ворота ударил? Нет. Нет, не в свои ворота, но почти. Все, тут все просто... Все просто нафиг промахиваются. Спадюх! Если бы у меня было турбо, я бы забил этот гол, но как видите, не полу... Как вы видите, не получилось. Ух! Вот это я спас, ребята! Вот это я реально спас, потому что мне даже ачивку дали, что я спас. Спаситель, нахрен. И зря же у меня пожарная шапочка, я же реально спаситель. Ударь, хренакни. Ну ладно, то есть я в этой игре ничего не забил, Ух ты, нихрена себе новая машиночка. У меня 8 уровень, ребята. Круто. Одну игру мы продули против Ивана Петровича. И он реально там хитрик запиндолил нам. Но эту игру мы выиграли. И чисто игра такая прикольная. Когда ты выигрываешь, конечно, она тебе нравится. А когда ты проигрываешь, конечно, у тебя все кипит внутри. Ребята, на этом мы будем заканчивать. Если вам все-таки нравится эта игра, потому что после первой серии многие мне там говорили: Эдисон, когда следующая серия Rocket League? Когда следующая серия Rocket League? Значит, вам она понравилась. Если эта серия также вам понравится и мы наберем 300 лайков, сразу же выходит новая серия, извиняюсь, мадам. Если меня какая-то мадам смотрит или месье, там, прошу прощения, но зов души. Поэтому, ребята, если набираем 300 лайков, сразу же выходит новая серия Rocket League. Также это действительно даст мне больше сил для записи новых видео и, в принципе, просто-напросто для того, чтобы во что-то поиграть. Поэтому, ребята... Оставляйте также свои комментарии, если вы хотите со мной пообщаться. Я общаюсь с каждым, ну, не с каждым, прям, но с подписчиками. Если у вас есть какой-то вопрос, пожелание или еще что-то, все, что от вас требуется, это просто-напросто написать комментарий, я буду рад на него ответить. Вступайте в нашу банду крутых перцев, все, что от вас требуется, это просто-напросто на меня подписаться. Я также буду очень сильно этому рад. Я рад каждому новому подписчику, поэтому жопки вверх, пальчик нажмите, на подпишитесь. И, ребята, я действительно буду очень сильно вам рад. На этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.